Вопросы обеспечения безопасности Крыма и Севастополя обсудили в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета. Приоритетная задача – не допустить возможной атаки террористов на объекты жизнеобеспечения полуострова. По результатам обсуждения принято решение, направленное на повышение готовности сил и средств противодействия террористическим угрозам, а также на совершенствование антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Совещание прошло под руководством председателя НАК Александра Бортникова. В нем приняли участие не только представители силовых структур, но и представители региональной власти.